Тем временем поступают новые подробности об ударе иракских ВВС по кортежу главаря исламского государства Абу-Бакара аль-Багдади. Как сообщает иранское информационное агентство ИРНА, в результате атаки погибли 6 его приближенных, включая 3 заместителей главного пропагандиста группировки. Сам же аль-Багдади получил ранение, но выжил. Операцию иракские военные провели после получения разведданных о том, что террористы съезжаются на военный совет в городе Аль-Кербелех, который находится всего в 5 километрах от границы с Сирией.